Далее о новом конкурсе на должность градоначальника. На днях в городе стартовал прием заявлений от кандидатов. И в отличие от предыдущих выборов, не состоявшихся спустя всего 3 дня, в комиссию уже поступило 2 заявки. Имена претендентов не разглашаются, хотя есть информация, что оба уже боролись за кресло мэра в этом году. Напомню, учитывая не самый удачный опыт первого конкурса, в ходе которого главу города выбрать не удалось, депутаты Кунгурской городской думы внесли ряд поправок. Самым значительным изменением стало то, что председателем комиссии теперь будет человек из Кунгурской городской думы. И если представителям кунгурской и краевой власти все же удастся выбрать достойного кандидата именно нового главы, горожане узнают под Новый год.